Привет всем моим пусикусам, а также всем тем, кто впервые наткнулся на этот чудесный розовый канал. С вами я, Пуспинг. И в этом видео я покажу, как создать яркий, нарядный и простой макияж со стрелочками в желтых тонах в одно касание. Поэтому садимся поудобнее, поддерживаем авансами это видео большими пальцами вверх и подпиской на мой канал. Если пальчик не липнет, значит основа под тени от Too Faced уже подсохла и можно двигаться дальше по цветам. Но для упрощения нанесения цветов и, конечно же, для упрощения нанесения лайнера, чтобы создать идеальные стрелочки, притом симметричные, что на правом глазу, что на левом в одно касание, я воспользуюсь своим любимым лайфхаком с канцелярским скотчиком. Стоит дешево, найти его легко и просто в любом канцелярском магазине и отдирается также простенько, не создавая каких-то раздражений на коже. Макияж в желтых тонах, поэтому я возьму желтенький канцелярский скотчик, отрежу его на две одинаковые половинки и приклею по линии расположения стрелочки. Беру вот такую широкую синтетическую кисточку, вот эту палеточку с попугайчиком от Revolution London, она до сих пор находится в наличии, но если у вас нет этой палеточки или нет этих цветов, которые я буду использовать в этом видео, можно импровизировать, честно, вот косметика, она любит импровизацию по цветам и по текстурам. Все свои обзорчики с честными свотчами я оставлю по традиции в описании под этим видео. И начну, пожалуй, с самого первого цвета, вот этого матового оранжевого цвета. Его я нанесу на территорию складочки между веком и подвижным веком. И двигаемся дальше. Я возьму вот такую высветляющую основу под тени от марки Revolution London. Она уже с кисточкой, но для большей точности я буду использовать еще и отдельно дополнительную узенькую кисточку, узенькую плоскую. Если у вас нет высветляющей основы под тени, ее можно легко заменить консилером. Нанесла, выровняла, промокнула излишки большой кисточкой, ну, чтобы равномерно распределить. Двигаемся по самому первому цвету, его я буду наносить вот такой зауженной буферной синтетической кисточкой из этой палеточки, вот этот матовый беленький, в сами уголки глазика. Берем снова эту палеточку и вот этот яркий канаречный желтый цвет наносим вторым при помощи вот этой же зауженной буферной кисточки. Уже получается все желтее, все ярче. И финальным этапом именно в этом орнаменте я буду наносить тот же самый оранжевый цвет, матовый оранжевый, при помощи вот такой зауженной синтетической кисточки на хвостике, плавно подмиксовывая с желтым цветом. Но
На этом этапе можно пока убрать в сторонку эту палеточку и перейти к стрелочкам. Стрелочки я буду делать при помощи своей любимой жидкой подводки от Vivienne Sabo. Жидкая подводка подсохла, а она уже подсохла. Можно снимать канцелярский скотчик и оценить результат по стрелочкам. Раз. Ровно, четко, без лишних осыпаний, ляпок-тяпок. И с этой стороны. Хоп. Высветляем ляпки-тяпки, зону под глазами, промакиваем спонжиком излишки и двигаемся дальше. Освежаю тушь только пока на верхних ресничках и приклеиваю накладные реснички от Huda Beauty, ну, в моем случае, мои самые любимые, Huda 23. Клей на моих ресничках плавно подсыхает и становится из беленького в прозрачненький. Перейдем к декору нижней части глазика. Поскольку на верхней части такие жирные черные стрелки, нижнюю часть все-таки для баланса нужно уравновесить белым карандашиком на внутреннюю слизистую поверхность нижнего века. Беру снова эту палеточку, вот эту зауженную буферную кисточку и вот этот оранжевый цвет наношу на нижнюю часть века. Можно и нижние реснички наконец прокрасить черной тушью. Я придвинусь к камере максимально близенько. Так, клей подсох, стрелочки ровные, цвета яркие, все красиво. Всем спасибо за ваш просмотр. Не забываем поддерживать мои креативные, яркие старания и честные обзорчики своими большими пальцами вверх. Для меня это лучшая награда и лучший стимул двигаться дальше, креативить больше, чаще и ярче. Подписочка, колокольчик, и вы будете в курсе всех видео, которые будут выходить на этом канале. Ну а вам хочу пожелать крепкого здоровья, отличного, все-таки лето продолжается, летнего, жаркого, солнечного настроения и только позитивных бьюти-эмоций и бьюти-открытий. Всех люблю, всех целую. С вами была я, Пуспинг. И до скорых встреч уже через один день.